Здравствуйте, друзья! Этот живописный беспорядок вы видите на столе у Софии, но в живописном беспорядке тут вот мы видим подарок некий и открыточка вот от женщины, ее зовут Чинара. Чинара, ну так средних лет женщина, такой, я вспоминаю, что она, по-моему, вообще не работала никогда, хорошо была замужем, все было нормально, но вот как-то так обстоятельства сложились, что изменились обстоятельства, она пришла к нам учиться, и мы, в общем-то, волновались по части вот успешного исхода, потому что у нее и английский был там не очень сильный, и сказать, что это сильный, очень технический человек тоже нельзя. Вот мы прям как тазик, смотрите, можно, бак такой. Вот, поэтому мы переживали. Но было очень хорошее обстоятельство в жизни у Чинары, она по-турецки могла. И вот когда это обстоятельство, значит, мы распознали, то, в общем-то, нашлось ей место под солнцем тестирования программного обеспечения. И вот теперь вот нам такое ведро принесли с подарками. Даже не знаю, ну, может быть, когда София подойдет, может быть, мы тогда ведро распакуем, и я покажу больше. Вот, друзья, мы присутствуем при разворачивании, так сказать, вот этого всего. Я, конечно, не ожидал, что ведро совсем пустое внутри. А оно явно, явно пустое. Вот у нас Людмила пытается изучить. Давай снимем все, что есть сверху. А там не было бутылки какой-нибудь? Там все только съедобное? Бутылки были только сидр. Сидр. Мы его уже открываем потихоньку. София, покажите сидр. Вы можете рассказать историю девушки Чинары? Миш, я думаю, что лучше всего прочитать, что она написала. Давайте прочитаем. Так. Она написала: «Спасибо вам за все, что вы сделали для меня. Так. Вы дали мне не только новую жизнь, толчок. Я здесь взяла не только уроки UA, но и уроки жизни. Вы оказывали мне поддержку, выслушивали меня, давали советы, и я это ценю. И я благодарна каждому из вас. Я вас всех очень люблю. С наступающим праздником». Так, а там и что-то такое... По скриптум там. Извините, что не смогла остаться и лично поблагодарить. У меня работа с утра. Вы же меня представили моему менеджеру как ответственную работницу. Да. Так что не могу подвести вас. Так, а это секрет, в какой компании у нас девушка? Ну, я не знаю, или она хочет. Все, тогда не будем рассказывать. Но это большая, маленькая штука. Большая компания. Мы продолжаем разбираться с ведром. Они все склеены. Я вот чего думаю. Если ведро, например, пустое, да, то, может быть, с него какая-то польза может вот быть? Я говорю, оно такое красивое, что его да, надо нам картоночка, просто... Картоночка. У нас все красные. У нас Людка красивая. И ведро красивое. Нет, ну нас все красивые. У нас все красивые. Ну, давайте я посмотрю. Да. Вот, друзья. Тут сзади, из Китая, весть-то, написано, что только для декоративного использования. Поэтому, если кто-то думает, что можно, вот как тут говорят, огурцы засолить или капустку. Не выйдет. Не выйдет. Ну, может быть, можно пастирушки какие-то? Ну, можно рискнуть. Да. Ну, во всяком случае, если у вас есть что-то такое... Есть машина. Оленька, ты не хочешь взять ведро для декоративных целей? Сама в нем могу поместиться для декоративных целей. И нет декоративных тоже. Слушай, это же какую надо бутылку шампанского, чтобы туда поместить? Чего вы используете этот таз? Декоративных целей? Я в нем сижу, да? Я в нем моюсь. Ты знаешь, а вообще, да, я могу в нем мыться. Ты посмотри, я без каблуков, без ничего, я точно там умещусь. Я еще и софочку с собой прихвачу, ей хватит места. Ну, это если вы стоя там. Перебираю. Друзья, посмотрите, сколько сертификатов Портнов Computer School на столе у нашей... Анастасии. Да. А вот тут еще она перелит. Слушай, а что это за пачка? Почему они в пачке и почему их так много? Ну, потому что здесь как бы старые студенты сертификаты не забирают. Они их не забрали, что ли? Нет. Так может их выкинуть? Или у нас политика Они такая? Иногда вспоминают, что такое было. Что они заканчивали просто так. Сертификат. Поэтому, собственно, мы их и храним. Это, а не то, что мы должны хранить сертификат нет, в студенческом файле? Или мы там копию мы держим? Копию храним, да. Копию. Да, ну да, сертификат как бы. Ну. Да. Так. Друзья, вот у нас и печать есть. Обратите внимание, у нас не просто так. У нас есть печать. Да.